Как сохранить и приумножить бизнес? Об этом тюменцам расскажет известный бизнес-тренер Глеб Архангельский. Семинар состоится 30 мая в конференц-зале делового дома Петр Столыпин. Один из ведущих экспертов в области малого и среднего бизнеса даст практические советы руководителям предприятий. Конкретные рекомендации по повышению исполнительской дисциплины, по повышению качества оперативного управления, конкретные рекомендации по тому, как оценивать и понимать эффективность бизнеса, который на сегодняшний момент ведете, потому что то, что я измеряю, то я понимаю, как этим управлять. Да? Вот. И, естественно, он даст конкретные рекомендации по инвестированию.